В минувшее воскресенье в спорткомплексе «Олимп» прошел турнир памяти первого тренера футбольного клуба «Строитель» Эдуарда Дмитриевича Шилкина. Подробности смотрите далее. С 1970 по 1988 год Эдуард Дмитриевич вел футбольную секцию в поселке Строителей. Детско-юношеские команды «Строитель» под его руководством были фаворитами городских первенств, неоднократно становились призерами областных и российских соревнований. Спустя почти четверть века идея нынешнего тренера Дмитрия Кужахметова провести турнир, посвященный своему наставнику, нашла поддержку. Дмитрий Кужахметов, организатор соревнований детской футбольной лиги, Алексей Калита и нынешний тренер футбольного клуба «Строитель» Олег Желудков организовали и провели в минувшее воскресенье первый турнир памяти тренера Шилкина. В турнире сыграли 6 команд юных футболистов 2003 года рождения – поселка Строителей, Машгородка, автозавода и Старого города. В упорной борьбе в финале при горячей поддержке своих болельщиков победили футболисты команды «Строитель-1». Второе место заняли ребята 19-й гимназии под руководством Дмитрия Кужахметова. Третье место завоевала команда «Строитель-2». Таким образом, весь пьедестал заняли команды, имеющие отношение к Эдуарду Шилкину. Призы мальчишкам вручали ветераны, в разное время выступавшие за команду «Строитель». А потом воспитанники Эдуарда Дмитриевича тряхнули стариной и провели свой товарищеский мини-турнир.